Привет, я Рости Темплар, и сегодня мы с тобой продолжим орать на ведьму матом, пугаться скримеров и варить вкуснейший бишбармак в игре Fuck You Witch. Ну а ты, если не смотрел предыдущую серию, обязательно посмотри, поставь лайк и, да, не забудь подписаться. Ну а мы давай с тобой продолжим. Я так понимаю, что нам осталось немножко, совсем чуть-чуть поиграть, и мы, собственно, пройдем игру до конца. Так. Ага, шкаф отодвинулся, у нас есть кусач. Кусачки есть. А, мы кусачками уже открыли, да? Мы кумыс взяли, получается, кумыс мы забрали. Кумыс взяли. Все, хорошо, ну все, значит, валим отсюда, да? Тут что-то написано. А, я думаю, это записка какая-то, нет? Ага, ключ. Окей. А у меня сабля есть. Сабля, блядь, переебу. Чё-то темно как-то. Ага. Опять, что ли, в другой мир? Так, ну-ка, спокойно. Кто это? Это не ведьма. Хотя нет, ведьма. Нет, не ведьма. А, это деваха с фотки. Это как ее? Алсу. Малсу. Опять, что ли? Ну, идем, ладно. Ну, хорошо, давай. Давай ее догоним, найдем эту Алсу. Алсу несу. Опа. Это она вызвала на нас вот эту ведьму. Потому что мы сказали, слышь, ты, мы тебя не любим, мы только дружим. Френдзон, все дела. Добавить личную вещь в котел. Едить копать. Чего? Чуть надо. Личную вещь. Какую личную вещь? Иди ко мне. Эй, так иду. Блин, я сейчас подумал, что мы с тобой серию-то завершили, да? А сейчас серия буквально минут на 10 и все. За 10 минут пройдем игру, могли тогда добить просто прохождение. Нет, но было написано, что игра на 2 часа. Может быть, мы как-то, конечно, поторопились. И за час ее прошли, ну не знаю. Да подожди немножко, иду я. Когда тебя ждешь, когда ты долго собираешься, это ничего. Она меня ждать не может. Она приворожила нас, короче. Нет, не твой. Бишбармак будешь варить, тогда буду твоим. Вот так вот. Я тебе говорю, она нас приворожила с тобой. Вот и все. Не дай бог, игра закончится за 10 минут и все. Так, ну положили. Четки. Опа! Да я дебись нахуй! Иди нахуй! Тебя окончательно хомутали. Сигма самка. Это всего лишь сон. А как ты в дом попала? Как я рад видеть тебя рядом. Мне приснился самый страшный кошмар. Как будто я сказал, что не люблю тебя. Это всего лишь сон. Или не сон? И все, что ли? Ну, бляха, мухну. Стендап продолжается. Мемологи в деле. Лучшие друзья. Если наш релизный трейлер на английском языке наберет 15 миллионов лайкосов, то... Какое ваше было, было первое слово? Ну, бля... Во-первых, Рокстер отсосет. Ну, хорошо. Ну да, пошел я нахер. Да, мы так бишбармак не доварили. Во-вторых, нихуя себе вы это видели, 15 лямов. Не твой, вот ты и бесишься. В-третьих, мы активно займемся разработкой новой игры. Бишбармаком-то что, объяснись? Ну ладно, давай с тобой мамасы посмотрим до конца. На этот раз, чтобы ты мог зарубиться со своим корешем по сети. Ой, не, ну зачем вот хоррор такие по сети? Я, которая втюрилась в него по уши, он, для которой я просто подруга. У нас уже есть одна идейка, твои вкусовые сосочки будут в восторге. Ну хорошо. Мемы из Звездных войн пошли, ага. Ну и в-четвертых, мы раскроем студию и имена разработчиков, которые стоят за разработкой этого шедевра.
Нельзя просто так взять и приворожить любимого. Можно. А как-то непонятно. Игра казахская, не казахская, русская, не русская. Как-то все это смутно. Ты, который разнылся на весь интернет и требуешь, чтобы своим мнением считались. Весь мир, которому абсолютно похуй. Похуй я абсолютно понятен. А что если мы дочерняя компания Rockstar и мы просто угораем? Ага. КЗ Rockstar. КЗ Rockstar. Это что же, нам придется отсасывать самим у себя? Ну, пока смотрим мемы, хорошо. С любовью, Бишбарма Геймс. Fuck you, bitch. Ну все, мемы кончились, да? Или нет? Я даже чуть-чуть испугался. Купи игру, разраб, надо гасить кредит на еду. Поставь лайк трейлеру. Так выглядит разраб в реальности. Так выглядит разраб, по мнению людей в интернете. Ага. Поставь лайк трейлеру. Мы поставили лайк. Иди нахуй! Так, ну что? Че он говорит-то? Нихуя не понимаю. Че там suck my dick, kiss my dick. Я казахский не знаю. А? Че, бля? Ну что ж, игрушку мы с тобой прошли. Могли на самом деле пройти все за одну серию, но был написан 2 часа, я и рассчитывал на 2 часа. Соответственно, час поиграли, первую серию записали, и вот сейчас должен был быть второй час. Но, видимо, не срослось, видимо, не повезло. Значит, что? Значит, я просто выложу эту серию сразу же после, соответственно, первой серии. Ну, потому что, чтобы понять финал... Не знаю, понятен тебе, непонятен, мне не особо понятен. Мы с Алсу вместе, не вместе, но судя по концовкам, все так же остались лучшими друзьями. Но судя по финалу, он сказал то, что любит ее, да? Ну, то есть он с ней вместе, она теперь ему варит бешбармак, вычесывает волосы, моет шампунем жумайсенба. И, собственно, никого нахуй посылать больше не надо. Хоррор неплохой, хоррор забавный, задумка прикольная, маты тоже вполне забавные. Но я думал, что надо будет просто орать, выдумывать свои маты, чтобы испугать ведьму. Но там были маты подобраны, и надо было просто составлять слова. А так, неплохой хоррор. Мало скримаков, мало попугались, но в хорроры мы еще будем играть. Скримаков на наш век с тобой хватит. Да. Ну а сейчас, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать, рассказывай обо мне своим друзьям. Делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч.